Друзья, всем привет из Крыма, привет! Из Евпатории! Это Крым Глазами Местных, опять с вами! Да, и сегодня мы вам покажем отель, точнее два. В этом выпуске будет парк-отель Романова. Сегодня отдыхаем по системе «Все включено в Евпатории». Да, но мы уже кое-что засняли, как вы поняли, заселение, показали свой номер, давайте все по порядку. Ой, два этажа. Ага, это двухспальная кровать. Мы здесь с мамой будем на втором этаже. Так, ванная комната. Просторная довольно-таки. Душевая кабинка. Три шампуня, три геля для души, три мыла. Есть фен. Телевизор есть. Здесь есть сейф. В общем, все как положено. Водичку даже нам дали. Чайник электрический есть. Для многих очень важно, особенно если с ребенком, да, маленьким отдыхать. Электрическая плита. Тарелки, стаканы. Ну вот как-то так. И шкаф. Да, шкафов, кстати, тут много тоже всего. И полотенца внутреннего пользования беленькие. На белые. Бассейн голубые идут. И даже халатики есть. Бассейн и пляжи тоже здесь есть. Ближний и дальний. Потом вам покажем. А сейчас иду перепарковать машину. Здесь своя парковка есть на территории. Выписали мне пропуск. И заодно пробежимся по территории. Она очень красивая, зеленая, такая ухоженная. Везде шуршат, что-то подметают, там поливают. Стоянка довольно-таки большая, машин очень много. Слушайте, но в нашем случае вот калитка сразу, мы прошлись буквально там 30 метров до калитки, и вот сразу наш номер, по-моему, 531. Очень удобно, машина рядом. Прикольно, смотрите, какие здания здесь исторические. Да, мы немножечко попозже узнаем. А, это ресторан все-таки, да? Отлично, это ресторан, супер. О, в бассейне уже анимация, надо Яне срочно сюда бежать. У нас двухуровневые апартаменты. По поводу цен сразу вам скажу. Да, высокий сезон, они здесь начинаются от 8000. В июне, там, понятно, в мае там дешевле. Так что заходите на сайт и смотрите, ссылка будет в описании. Есть столик со стульчиками. Есть сушилка. И такая вот зеленая зона. Я смотрю дальше, вот 521 номер, там такие красивые цветочки. Называются канны. Напротив ресепшена такая красивая зеленая зона. Кто-то бросил велосипед. Кстати, это тоже включено в стоимость. Прокат велосипедов. Можно сесть и проехаться в город. Может, мы сегодня так и сделаем. Да?
А ты что в телефоне залипаешь? А тут по всей территории есть интернет. Прям везде? Да. Пойдем дальше проверим тогда. Там спортивная площадка, пойдем что посмотрим. Гава в центре такая шикарная, вообще вокруг все цветет, кактусы здесь есть, просто супер. Такие пушистые вокруг кустики. Вообще территория мне очень нравится, везде тут плиточка есть и очень-очень много зелени. И видите, даже подстрижено все такими красивыми топиарии, да, получается, такие узловские. Когда-то давно здесь был госпиталь. Во время Первой мировой, да, после Первой мировой, госпиталь был здесь. В мае 1916 года произошло знаковое событие для Евпатории. В город прибыл поезд, который привез царскую семью на открытие военного госпиталя имени императрицы Александры Федоровны. Через 100 лет в честь императрицы и получил свое название парк-отель Романова. В 2016 году жилой корпус парк-отеля был отреставрирован и в настоящее время является памятником архитектуры Крыма. После Великой Отечественной здесь открыли опять-таки санаторий, но немножечко перестроили, достроили. Так что все время здесь либо лечили, либо отдыхали. Да. Сейчас это все превращается в более новое что-то и более современное. Это очень хорошо и приятно. Ну, смотрите, как здорово. Как вы видите, здесь есть парк. Поэтому это не просто отель, а парк-отель Романова. Здесь у нас детская площадка. Минька-минька. И мини-поле футбольное. Баскетбол. И баскетбольное кольцо есть? Да. Яна видит лазилку, значит, надо срочно туда лезть. Качелька. Слушай, она так высоко, это как бы, не, наверное, не для качельных дел, Яна. Если. Маленький Кулибин придумал по-другому. Все, волосы в глаза лезут, господи. Не смейся, да, до конца иди. Молодец, дай пять. Ты меня смешила. Сейчас детям вообще и чихнуть нельзя. Видишь, вам делать все безопасно, а мы... В наше детство. Я не знаю, как выжили. Все железное, все прямое. Никаких вот таких подвесных. Боже мой, чтобы у нас так резиночкой обтянули, чтобы, не дай бог, пальчик никто туда не просунул. Яна решила попробовать велосипед. Ну, весьма неплохо, как для такой нижней сидушки. Надо ее поднять немножко для тебя, но молодец. Не забыла, как ездить. Ресепшн, мы здесь были, да, здесь сквозной проход сразу к бассейну. А от бассейна налево и ресторан. Да, кулер стоит. Все. Здесь у нас, смотрите, бунгало стоит. Столики такие возле бассейна. Сегодня будет в 3 часа гриль-вечеринка. Обязательно покажем вам ее. Вот, смотрите, да, все вот разместились. И кайфуют, да, такая лаунж-зона, ну, бар. Я знаю, что вот эти вот такие вечеринки у этого бассейна проходят, вот типа гриль, да, два раза в неделю. То есть у нас сегодня как раз тот день, один да. из тех дней. Мы попали на вечеринку. Вода топ. Шезлонги по 200 рублей, шутка. Да. Кстати, хочется отметить, что возле бассейна дежурит спасатель. Итак, заходим. Любимая часть наших съемок. Это, конечно же, питание. Здесь можно помыть рыночки перед тем, как зайти в ресторан кушать. Все правильно. Да, ремонтик свеженький, смотрю. Смотрите, мозаика. Вот мне интересно, советские времен, наверное, любили в то время делать красиво. Мы как раз успели помыть. Да. Здесь у нас на входе встречает вкуснятинка, выпечка, молоко, кофемашины. М-м-м,
это я понимаю. Ресторан так ресторан. Так, давайте обзор сделаем, что тут вообще есть. Здесь зеленушечка, лук маринованный, зеленый, перец острый, соусы, кетчуп, майонез, тартар, сметана, масло растительное, уксус тоже, всякие приправы редкие. Да, это что-то мясное. Ну, короче, все мясное. Посмотрите, какой ассортимент. 10 разных мясных блюд. Интересно. По всему. Да. О, гарнир, смотрите, тоже. Гарнира 5 разных. Да. Рис с зеленым горошком, картофель отварной зеленью, макароны цветные, фузитти, пюре картофельное с сыром и гречка отварная. Ну, здесь получается зеркально. Это рулет куриный с яйцом, лилия-кебаб из курицы, чахохбили, курица паровая, свинина моцарелла, гуляш из свинины, говядина по-дижонски, филе рыбы по-польски, стейк из печени и свинина по-французски. Вот такой мясной ассортимент. Салаты, помидор, салат овощная метелка, салат из свежих томатов с крымским луком, салат цезарь с курицей, маливье с кальмарами написано, овощи запеченные, нарезка из свежих овощей. Вот, ну и здесь вот супчик, суп куриный с рисом, с крем-суп сырный и солянка рыбная, короче, гороховый суп. Людей очень много. Я, кстати, искал хлеб, он, оказывается, в начале, помимо хлеба, да, разного, черный, отрубной белый есть и фруктовый стол. Арбузы, желтые, красные, сливы, апельсин. Так, здесь вот компоты пропустил. Вот людей все больше и больше прибывает. Набрали. Слушай, я вот крем-суп смотри. Взял сырный. Сразу попробую, давай. Класс. Делушку. По семи. Я чисто не хочу, но я тут. Я тоже хочу. Картофельно-сырный. Классный, да? Яна пошла, себе тоже взяла. Суп горай. Как котлета, вкусная? Очень. Да? Паровая котлета. У меня тоже все вкусное. Мясо вот, свинина, походу. Салатик, капуста, картошка. Что сказать, вкусно? У меня салатик цезарь, очень даже. Все столики заняты. Аншлаг полный. Ну что, вы поели? Да. Давайте уже пойдемте. Куда ты опять меня гонишь? Человек 200 уже точно отобедали. И как бы еды там еще достаточно. Постоянно выносят, обновляют вот эти вот подносы. Да. Покормили хорошо. А вечером еще будет дегустация крымского вина. Очень много отдыхают семей с детьми, с маленькими. Поэтому здесь за правило с часу до трех тишина. Кто-то может хочет тихий час сделать для ребенка. Музыка по минимуму. А в 3 часа уже начнется анимационная программа. Я так понимаю, кто-то очень хотел в бассейн, но вот это вот кроватное притяжение. Ребятки, я, наверное, к вам присоединюсь, потому что... Что-то так поели. Ну, сейчас пойдем. Поели, теперь можно и поспать. Куда? Туда. Дайте подушку. Так, ревизор бассейнов. Давай вперед. We'll be right back.
поучаствуй, анимация. Иди. Давай. Ты блогер или нет? Давай. Давай вперед. Давай, иди. Когда родители блогеры? Иди участвуй. В общем, с детишками занимаются в бассейне. А напротив уже чувствую, жарится шашлычок. Лошадь ошлепнулся. Остаемся на месте. Погодите. Тут раз прыжки, Яна. Что ты не хочешь? Давай. Ты что, типа взрослая, Риша? Наверное. Чей ребенок? Заберите его. Голодно водичка. И с 3:30 до 5:30 будут бесплатные напитки. Это пиво и лимонад. Также с 10:30 до 1:30. А это каждый день или два раза в неделю только? Каждый. А это каждый день, да? А крылышки барбекю крылышки два раза в неделю. Не успели пообедать, уже кормят перекусом. Полудником. Проходим, Вячеслав мимо идет и говорит: подожди, постой, посмотри, какие цветы огромные. Ну как бы да, моя голова. А как называется? Она похожа на китайскую розу. Блин, я не знаю, такого размера я не видела никогда. Что ну что, накупались, еще и перекусили крылышек. Да, надо же теперь жирок сжигать. Сейчас будет акваэробика, а мы пока в бильярд поиграем. Ну давай, Яшка. Помни молодость. Давай, не выделывайся. Я уже забыла. Блин. Так? Ты вообще когда-нибудь играл? Ну давай. Ууу, ничего себе! А смотри, порох в парохранницах есть? А сейчас давайте посмотрим еще несколько вариантов размещения. 502. Здесь можно заехать четвером. Так, заходим, здесь кухонька. Тоже электрическая плита, холодильник большой уже. Стол на 4 места. Такой шкаф-сервант. Большая комната, диван раскладывается, шкаф-телевизор, кондиционер. И здесь еще одна комната, тоже с телевизором, двухспальная кровать. Высокие потолки и санузел. Здесь не душевая кабинка, а ванна. Сейчас будут заселяться гости буквально через час. И нам удалось поснимать. По мере освобождения разных категорий номеров будем для вас делать подсъемку. Ну хорошо, так светленько. Да? Просторненько, да, наверное? Да, да. Это были апартаменты Романова. А люкс выглядит вот так. 509 номер. Заходим сразу. Вешалка, шкаф, диван, большой телевизор, еще один диван, своя кухня, электрическая плита, вытяжка, раковина хорошая, большая, смотрю, холодильник небольшой, двухспальная кровать и санузел, довольно-таки просторный, с душевой кабинкой.
Вот такой люкс. Так, возле нашего номера есть 525 категория полулюкс. Давайте посмотрим. Значит, диванчик при входе сразу, санузел, душевая кабинка и комната. Шкаф, телевизор, двуспальная кровать, значит, холодильник и выход на балкон. Так, сейчас здесь окно, вот здесь выход на балкон. Я узнал, это все-таки балкон. Просто так оградили специально, да, чтобы в окна никто не заглядывал. Вот так шторкой прикрыл. И все, никто вас не видит. Вот такой вот полулюкс. Посмотрим еще полулюкс двухкомнатный. Номер 505. О, чувствуется здесь такой свеженький ремонтик. Тоже, видите, холодильник, телевизор, два дивана. Здесь вот одна, вторая комната, двуспальная кровать. Тоже со своим телевизором. Есть шкаф. Ну, розетки, понятно, в каждом номере. На них не заостряю внимание. Розеток много. И вот такая ванная комната с душевой кабинкой, с низовой раковиной. Вешалочка есть. Фен, фен, кстати, да. Это же очень серьезный вопрос. Фен был везде. Вот, показал вам несколько вариантов. Еще бы, конечно, интересно было бы стандарт посмотреть, но все занято. Завтра, если освободиться, там после уборки, может, быстро заснимем еще стандарт. А так вообще тут, по-моему, 114 номеров. Короче, очень много. Вот везде. Слева, справа. Слушайте, так быстро время летит, уже ужин. Уже дочь выросла, посмотри, какая. Уже летит. Уже размер как у мамы. Чего? Вячеслав, иду и смотрю. Спасение планеты Земля от десептиконов. А мне знаешь, как прочитал? Десантников. От десантников. С днём и дымы, братан! Так, мы опять первые на ужин. Чтобы все в полном объеме добрый заснять. Вечер. Добрый. Приятного аппетита. Добрый. Спасибо. Так. Ой, это булочки еще нужны. Музыка. О, это винчик, да? Будем дегустировать крымское вино. Кто, если не мы? Никто, кроме нас. Так. Здесь у нас, ну, это было... А, слушайте, на ужин тоже солянку, борщ украинский поставили, смотрите. Это просто солянка и борщ украинский на ужин. Первый раз такое вижу, первое блюдо на ужин. Салатики, свекла по-грузински, капуста деликатесная, салат винегрет, огурцы малосольные. В общем, тоже выбор такой большой. Здесь у нас тоже котлетки какие-то добавились новенькие. Курица жареная, азу по-татарски. Рулет из рыбы с овощами, шницель свиной, паста с морепродуктами. И котлета по-домашнему. Вот так. Все? О, уже накинулись, накинулись. Дайте обзор сделать, не трогайте. Поставь на место же. Слушайте, ну, хороший ассортимент, да? Макарошки. Пшено с овощами, кабачки запеченные. Ну все, накладываем. Нашли место поинтимней. Ужин, да, у нас сегодня? Да. По бокальчику вина. У нас с Юлей совпали желания. Тоже макарошки взяла, и я макарошки. А плюс вот эта котлета из чего, не помнишь? Нет, не знаю. Ты соус тартар взяла? Да. Тоже? Я тоже я соус тоже... тартар, прикинь. Эту котлету взяла. Ты же лопнешь, деточка. А кому? Мама попросила. А, вот и сдала маму сразу.
Итак, Майкл Джордан. Нет, не Джордан, не доросла. В общем, проводим время, занимаем по полной. Поели, теперь надо раструсить. Что да. ты? Говори да. по-честному, как есть. Гоу! Голиссимо! Еда не выскакивает, Дотя? Опять голиссимо! Яна говорит, посидите тут, я сейчас приду. Не вынесла душа. Пошла за колесами. Ну давай по кругу здесь погоняй, деловая. Не, ну смотри, получается. Я думала, у меня не получится. Я же тренировал в Анапе. Ну это было когда? Давненько-то. Вас подвезти? Да. Сколько стоит такси? 250 рублей. Куда? К бассейну. До номера. 250 это грабеж. Ищи дурака. Разводила местно. Бомбила, иди сюда. Итак, вечернее мероприятие. Идем снимать его для вас. И остается на утро показать пляж. Да, у этого отеля, парк отеля, есть свой собственный пляж. Как раз на набережной Лазурная. Помните, мы показывали, где реконструкция? Ну, до сих пор она, правда, идет, там все переделывают, но там крутейшее место, это лучшие пляжи Евпатории считаются. Ого, смотрите, кто это у нас летает. Нет, это десептикон, ребята. Вы знаете, кто это такие десептиконы? Танцуем вместе с трансформерами. Смотрите, как родители смотрят внимательно за своими детьми. Это спектакль, да? В общем, у нас Яна устала, там еще танцевальный батл с трансформерами. Ну так кто-то очень много крутил педали. Кстати, люди вечером отдыхают в этих бунгало, они все с розетками, смотрю, телефоны заряжают, смотрят интернет, интернет ловят по всей территории. Круто. Доброе утро, народ! Время 8 утра, пора завтракать. Что у нас с погодкой? Солнышко, солнышко ясное,
Погода, погода прекрасная. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Ну что, пойдем на завтрак? Нет. Я так и думал. Ладно, девчонки, ну, чуть попозже. Девчонки, чуть попозже. Ну, мне же надо показать полный ассортимент. Мало ли, что-то закончится попозже. Кстати, вчера нам повезло, в Евпатории вообще ветра не было. Сегодня обещают по прогнозу до 10 метров в секунду. Вот, ну мы сейчас позавтракаем и сразу на пляж. Блинчики, котлета морковная, котлета свекольная, оладьи, творожная запеканка, рис отварной, спагетти отварные. О, так, омлет с сыром, вареники с картошкой, курица паровая, сосиска с сардельками. Салат из моркови с яблоком, нарезка из овощных овощей, масло, творог, желе фруктовое, яйцо отварное, яблоко запеченное, фруктовый салат и нарезка мясная. Так, молочный суп с лапшой, бульон куриный с мясом. Каша манная, молочная, овсяная, фирменная с орехами, вот так вот. Каша кукурузная, молочная и пшеничная на воде без сахара, если вы на диете. Да? Вкусные вареники очень, обожаю вареники. Омлетик попробуем. Омлет воздушный такой. Ну, на завтрак сами видели, да, ассортимент тоже нехилый такой. Налупился. Хочется отметить, что здесь чистый, свежий воздух. Очень приятно находиться. Это все потому, что здесь есть такие четыре, как они, ионизатора, да, называются. В каждом углу. Доброе утро. Доброе. Идите есть. Такое раннее, я не понимаю, как можно так рано есть. Живот поймет, давай. Слушайте, ну конечно, покушали мы хорошо, так вкусненько все, да? Особенно что понравилось нам? Особенно оладушки. Оладушки панкейки. Были просто. Я говорю, не называй панкейки, это нормальные, дрожжевые, вкуснячие оладушки. Ну мы готовы заценить самый чудесный пляж в Евпатории. И не только мы. Люди уже ждут автобус. Хоть здесь идти недалеко, но все равно есть развозка. Я вот сейчас смотрю, люди так собрались, знаете, сейчас на пляж. Тут до пляжа, в принципе, дойти совсем немножко. Но времена меняются. Раньше приезжали все в Крым, что оздоравливаться, да, дышать свежим воздухом, побольше ходить, поменьше есть, там куда-то с палатками на большие расстояния, на пляжах. А у нас здесь что? Поели, взяли, отвезли, на пляж положили, там... Кое-кто попереворачивался, кое-кто нет. Пожарился. Вернули, сели в шаттл, обратно. Опять накормить, полежать. Ужас! В бассейн сходить. Ходить надо пешком. Тем более после All-Inclusive надо обязательно пешочком и быстрым шагом. Я бы, конечно, с удовольствием прошелся бы, но ради контента надо показать. Да, вот спринтер приехал. Забиваемся. Спасибо. 2 минуты, и мы на месте. Приехали мы на дальний пляж. Ну как дальний? 2 минуты на маршрутке. Ближний вообще минута вниз. Да, ближний там 300 метров буквально. Начало набережной. Так, температура воды написана 24 градуса. Сейчас проверим. О, класс. Здесь тоже кафешка есть прям на пляже, душевые кабинки, душ платный, кроме гостей отеля Family Resort и парк отель Романова.
Вот, то есть сюда может зайти любой, да, но для гостей отелей шезлонги бесплатные и услуги вот на пляже. Общая оздоровительная 2000, ну, в принципе. Массаж спины, полчаса, 1000 рублей один сеанс. Здравствуйте. Здрасте. Вот сертификаты, дипломы, все дела. Мы обзор делаем. А море пока классное. Не, давай поближе. В общем, я думаю, с воздуха будет лучше видно. А рядышком в детский лагерь пришел. Детки стоят возле кромки воды, их не пускают. Сейчас всей толпой их туда загонят, потом выгонят. Как мило. Слушайте, какая прелесть Евпатория. Детский курорт, детская здравница во все времена. Очень много людей с детьми, конечно же, отдыхает и у нас в отеле. Да и вообще просто приезжаю сюда. Мелкий заход в воду, мелкое море. Нету таких, конечно, глубин, как на ЮВК, сразу два шага прошел и уже глубоко выходишь с головой. Тут идешь вон, где-то вдалеке, можно только начать плыть. Ну что, Яна, пойдем. Пойдешь? Я чуть попривыкаю все-таки. Красота, все искрится, и ни одной медузки, ни однешенькой медузочки, ни одного корниротика. Да? Да. А, класс! Боже, мне так это, вот, знаете, после родного ЮБК, когда вот где-то в 30 метрах по колено люди ходят. Тут опять меч. Я знаю, да. Как хорошо, что сегодня прекрасная погодка. Ура! О, давайте побегать, да? Для мелкотни, для мелких деток вообще кайф. Ничего страшного, всегда все красиво. На пляжике народу достаточно. Пляжи здесь очень продолжительные. Как вы понимаете, Евпатория славилась всегда своими такими продолжительными песчаными пляжами. Где-то чуть-чуть пошире береговая полоса, где-то чуть поуже. Но я думаю, здесь ну просто место валом для всех. Бег на месте. Ну как водичка, как море вообще? Да вообще, Яна говорит, это какой-то бассейн сплошной. Во-первых, вода теплющая, во-вторых, мелко достаточно. Это Евпатория, детка. Ты готова на банане покататься? Конечно! Друзья, ну что, показали вам отель со всех сторон, как умеем, как могли. Еще один приятный сюрприз, как обычно от нас, по промокоду YaltaFamily скидка в отеле
10%. Вводить ее очень просто. Вот сейчас вы на экране видите в это самое поле. Вводите промокод и получаете скидку гарантированно. Вот. Ну, а мы сейчас переселяемся в другой отель. На этой минуте мы с вами прощаемся. До встречи в новом видео. С вами были Крым Глазами Местным, все с семьей из Евпатории. Всем пока. Пока. Я сейчас вам настраиваю камеру.